В Владивостоке состоялись отборочные соревнования по баскетболу среди юных спортсменов, по итогам которых сильнейшие команды представят Приморский край на 7-х международных спортивных играх «Дети Азии». Всего в турнире приняли участие 8 команд юношей и 6 команд 2006 года рождения и младше. Спортсмены приехали из Уссурийска, Находки, Артема, Большого Камня, Владивостока и поселка Сибирцево Черниговского района. Жаркие баталии проходили на новой стритбольной площадке, открытой на стадионе «Динамо» в прошлом году. По результатам двухдневного турнира среди юношей первое место заняла команда «Юниор» из Находки, на втором «Богатырь» Владивосток, третьей стала команда «Тор» из Большого Камня. Среди девушек лидерство захватила команда «Приморочка» из Сибирцева, уссурийская «Рысь» стала серебряным призером, а владивостокская «Юность» – бронзовым. Учебно-тренировочный сбор пройдет в Владивостоке во второй половине июля. По его итогам на тренерском совете будет выбран окончательный состав сборных команд юношей и девушек, которым предстоит защищать честь региона на играх «Дети Азии». Анна Дьякова, новости на восьмом.